празднуют 1 мая, праздник весны и труда. Ура! Встречаем колонну депутатов Государственного совета Республики Крым, сотрудников исполнительных органов Государственного совета, Совета министров Республики Крым, Симферопольского городского совета. С праздником, дорогие симферопольцы и гости столицы Республики Крым! Ура! Приветствуем колонну депутатов Государственного совета Республики Крым, сотрудников исполнительных органов Госсовета, Совета министров Республики Крым, Симферопольского городского совета. С праздником, друзья! Ура! Здравствует крымская весна! Ура! Да здравствует 1 мая, праздник весны и труда! Ура! Крыма! Ура! Ура! 2014 год объявлен годом культуры Российской Федерации в Республике Крым. В центральной площади столицы приближается колонна Министерства культуры Республики Крым. Дорогие симферопольцы, уважаемые крымчане, с огромным удовольствием напоминаю вам о том, что этот год объявлен годом культуры Российской Федерации в Республике Крым. И мы видим яркую, неповторимую колонну деятелей искусства, работников культуры, мастеров народного творчества. Слава деятелям культуры и искусств Республики Крым! Ура! Деятелям искусства, работникам культуры Республики Крым. Ура! В
церемонии руководство Министерства культуры Республики Крым, заслуженные деятели искусств и работники культуры, популярные артисты театров и концертных организаций, цвет нашей культуры, творческая молодежь. Да здравствует главный творческий проект нашей современности, фестиваль дружбы «Крымская весна». Ура! Символично, что сфера крымской культуры и искусств наряду с торжеством воссоединения с Россией обрела еще и большой государственный праздник. 2014 год указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен годом культуры Российской Федерации в Республике Крым. Да здравствует год культуры в Российской Федерации! Ура! Всего за месяц произошло такое множество весомых событий, что хватит на многолетнюю историю целого государства. И основная часть этих событий прошла при непосредственном участии нашей творческой интеллигенции. Перед вами истинные служители муз. Это люди самой прекрасной, самой чувственной и самой искренней сферы человеческого общества. Слава мастерам народного творчества многонационального Крыма! Ура! Слава творческой интеллигенции Крымского федерального округа! Ура! Кузницы кадров Симферополь.